На работу в 7-ю поликлинику Любовь Фадеева устроилась 51 год назад. Учреждению в октябре исполнилось 55 лет. Вот и получается, что старшая медсестра трудится здесь почти с момента основания. После окончания Владимирского медучилища она 4 года проработала там, а вот в Иванове уже больше полувека. Говорит, было по-разному, но сложнее всего пришлось в 90-е. Дефицит кадров, медикаментов, оборудования. Капитального ремонта поликлиника дождалась только недавно. Все буквально заново. Что приятно посмотреть коридоры, какие эти диваны, прямо типа кресла, все окна, все шторы сделали, все буквально. И мебель такая удобная стала. А этого не было. Меняется с годами и пациент. Нынешний более требовательный, говорит Любовь Ивановна. За 50 лет работы она лечила сотни семей. Знает как минимум 4 поколения. Целые семьи, да, конечно. Они же приходят и все лечатся, и приходят уже. И идешь вон, по улице, все кричат и здороваются. И целое поколение прошло. Старшей медсестре уже 75. И вроде бы пора на заслуженный отдых. Но любовь к профессии пока сильнее. Полвека преданности месту, людям и белому халату. Редкий пример трудолюбия в наше время. По призванию, конечно. Мне нравится эта работа. Я вот просто люблю больных и людей, и все просто с желанием. Стараюсь всем работать добросовестно, помочь каждому, каждому угодить, уладить, угладить и так поднять настроение, поговорить, успокоить. Может, из-за этого вот они и любят. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.